капля дождя стоит самородка. У пустыни самая точная всему цена — жизнь. Вот и здешний скупой родничок. Чабаны с извечной надеждой величали «золотой ключ». А вышло, в воду глядели. Верблюда теперь не на словах, корабли пустыни. Каждый день над волнами. И юная река, Туркменскому каналу нет и 25, воистину золотой ключ. Круто повернул он судьбу. Здесь, под Ашхабадом, пастух сменил седло на кабину. Чуть ли не круглый год солнце, большая вода. Пустыня родит дважды, только поспевай сеять, убирать. Колхоз 40 лет Туркмении сперва выгоду искал в овощах, ранних, поздних. Город, сосед, чего лучше? Труда, конечно, не в проворот, от зари до зари. Техники, особенно уборочной, пока не хватает. Жизнь подсказала, все бригады на подряд. Возвращен. И 15 лет такой урожайный родник течет в столицу. Сказать, что все прекрасно, кто поверит. Теряли немало. У сочного витамина жизнь коротка. Такая вот линия выручила, добавила доходу. Тут тоже работают солнце, воздух и вода. Затрат всего ничего, а выгода цены нет. Солнечный завод, вечный двигатель, растит хлореллу, прекрасную подкормку для ферм. И почти за даром подкармливает экономику. Чем особенно хорош успех? Зовет дальше. Раньше как было? Вся в доме надежда своя живность, а колхозная как-нибудь. Свести на нет старую привычку помогли опять же хозрасчет подряд. Нынче и дойное стадо доброе, и заработки. Среднеазиатский жаркий гектар все умеет. Дай лишь напиться да почувствовать руку хозяина. Тогда и на столе чего только душа пожелает. Дары полей, виноградников и садов туркменского колхоза идут в самые дальние уголки страны. Потомственный чабан видел лимон на картинке. Сегодня растит центнерами. И хоть теплица дорогая и хитрых забот много, интерес выше. А когда такой настрой, где предел? Доход колхоза перевалил за 20 миллионов рублей. Время проверяет все. Человека, дело. Говорит бессменный председатель Керим Ахмедьяров. Если колхоз что-нибудь и достиг своей деятельности, то это все было сделано на основе хозяйственного расчета. Хозяйственный расчет помог колхозу ежегодно выполнять и перевыполнять свои планы по производству и продаже государства сельскохозяйственной продукции. Главная работа председателя при условиях полного хозяйственного расчета – это подбор кадров. Это так.
Но хорошие кадры хорошо работают не только для хорошей зарплаты. Надо строить жилье, школу, клуб. Много надо, чтобы хорошо жить. И ключ один – перестройка. В жизни все едино. Судьба земли, судьба людей. И не надо команд, не надо распоряжений. Крестьянин сам ведает, что и когда сеять, кому быть королевой полей. На южной пашне и нынче честь кукурузе, ей за что. А наш наследный король горох не в чести. Хоть давно утвержден госпрограммой белок в главной роли. Так что, горох не выгоден. В Хмельницком колхозе «Украина» у него вольная вотчина. Несколько сотен гектаров. Не для галочки в отчете. Здесь все рассчитали. Сегодня без этого никуда. Арифметика каждому полю нужна, как воздух, если не хочешь прогадать. Горох, конечно, требователен к точной агротехнике. Сумма урожая от слагаемых. Всякий земледелец знает. Да не все отдают, что надо. Комплекс работ в лучшие сроки. И еще чутье хозяина. Чувствовать всходы, как самого себя. У заботы нет убытков, если она, кстати, вовремя и качественно. Главный боб нашей пашни – хрупкое дитя. Ему, как человеку, важна заповедь – не навреди. Зрелость 2/3 горошин – старт для раздельной уборки. Не то большие потери. Теперь комбайн свое возьмет сполна. Ответ на задачу, выгоден горох или нет, по-хозяйски верно. 40 центнеров с гектара. Доход колхозу 350 тысяч рублей. И еще питательная солома, подкормленная природным азотом земля. Такой арифметики не грех поучиться. Тогда программа «Дать гороха в 2,5 раза больше» будет у всех в чести.